Ситуация с аварийностью на дорогах в Мордовии и в наступившем году остается неспокойной. За 8 дней в ДТП погибли 3 человека. Первая смерть зарегистрирована утром 3 января на трассе Саранск-Ульяновск в Чамбинском районе. Там в результате лобового удара двух лад-калин погиб предполагаемый виновник, выехавший на встречную полосу. Другой водитель госпитализирован. Еще одно ДТП с летальным исходом произошло в Краснослободском районе в последний день новогодних каникул. Смертельное ДТП произошло в Краснослободском районе Мордовии 8 января 2019 года в 16 часов 15 минут на 94-м километре автодороги. Сообщением подъезд к городу Саранск от автодороги М5 «Урал» 58-летний водитель автомашины «Шевроле Ланос» по предварительной версии не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства, не справился с управлением и в результате этого иномарку развернуло и вынесло на полосу, предназначенную для встречного движения, и где уже произошло столкновение с автомашиной «Лада Гранта». «Лада Гранта» двигалась со встречного направления прямо. В результате ДТП 35-летний водитель «Лады» и 55-летний пассажир «Шевроле» были госпитализированы. Водитель иномарки и еще одна его 24-летняя пассажирка скончались на месте происшествия. Вечером вторника на автодороге Рузаевка-Ковылкино 54-летний водитель «ВАЗа» 15-й модели, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». В результате ДТП водитель ВАЗа 15-й модели был с различными травмами госпитализирован в Рузаевскую больницу. Водители обоих транспортных средств трезвы. Еще одно ДТП с пострадавшим произошло в столице Мордовии вечером 8 января. Перекресток улиц Большевицкой и Полежаева. Мужчина, не дождавшись разрешающего сигнала светофора, стал переходить проезжую часть, но, учитывая погодные условия, поскользнулся и в этот момент попал под колеса автомобиля. Очевидцы произошедшего просто проходят мимо, и лишь водитель и пассажиры одной машины из всего потока остановились и подошли к мужчине, чтобы узнать его состояние. Пострадавшего госпитализировали. За рулем алкогольные, наркотические вещества. Ничего не употребляем запрещенного. Все праздничные дни в Мордовии проходила операция «Безопасный регион». Всего за 8 дней было выявлено более 400 фактов нарушений ПДД. Среди самых частых – непредставление преимущества движения пешеходом, тонировка транспортных средств и управление автомобилей без использования ремня безопасности. Также инспекторами ДПС в Саранске было выявлено 17 водителей, севших за руль под шофе. 7 из них сделали это повторно. Им грозит уголовная ответственность. Анастасия Семушева, программа «Происшествия».